Начинаем наш эфир. Всем здравствуйте. Доброе утро, добрый понедельник, он же бодрый. Здравствуйте, наши онлайн телезрители. Мы по традиции каждый понедельник снова с вами. Бизнес-центр, Монарх, 26 этаж. Бодрый понедельник вместе с Тапуэ. И в студии, как и в прошлый раз, Иван. И Михаил. Мы не сегодня... в пути, но не скучайте, он будет следующий понедельник. Обязательно надеемся с вами. И по традиции, прежде чем начать с новостей компании, мы расскажем о том, что происходило в мире сегодня, 23 декабря. Да, Иван, отлично. Я начну тогда, если не против. 86-й год, 1900. В Москву из 7-летней Горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. Отличная новость. В 1672 году итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил очередной спутник Сатурна. Видимо, уже далеко не первый. А в 1783 году Джордж Вашингтон сложил себе полномочия главнокомандующего континентальной армии. Вот так он решил, покомандовал и все. Знаешь, в 1876 году была принята первая конституция Османской империи, Миша. Османская империя о чем тебе говорит? Это в тему нашего сегодняшнего эфира. Мы немного поговорим о Османской империи, в принципе, о Турции. Вот, поэтому все впереди. Так что да. Ну, в 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. И пошло. Сейчас у нас технологии позволяют уже и в эфир выходить, улыбаться и рассказывать новости. Отлично. А в 13 году прошлого столетия основана была Федеральная резервная система в США из некоторых крупных банков. И до сегодняшнего дня только эти банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов. Вот такие вот новости произошли в мире в понедельник, 23-го, ну, в прошлом году это был не понедельник, но, тем не менее, 23 декабря. Что ж, мы переходим к новостям Тапуэ, и самая главная новость, что феерично завершились у нас зимние национальные бизнес-сессии, которые прошли в регионах России. Также на той неделе у нас завершились бизнес-сессии в странах СНГ, где мы поздравляли наших лидеров, запускали новые программы. Признавали! Да, Ваня, признавали. Признавали, поздравляли, запускали. И об этих программах мы вам расскажем чуть-чуть более подробно. Иван, я хочу начать. Или, может быть, ты начнешь у нас с новой программы, да, которую мы запустили на бизнес-сессиях. Это программа, с новой программы, да. Называется... Это «Кухня твоей мечты». Как мы все с вами слышали, те, кто был участником зимних бизнес-сессий, эта программа замечательно направлена в первую очередь на привлечение новых контактов, на получение новых контактов и работу с новыми контактами. Это сделать очень просто с помощью листовки, так как листовка 3D. Если вы ее сложите квадратом, то внутри у вас получится именно кухня своей мечты. А напротив каждой стороны, так сказать, стены кухни, предложены наборы. Наборы именно решения для осуществления и создания кухни мечты. Каждый набор состоит из нескольких изделий, одно из которых идет либо в подарок, либо набору... Либо набор идет по специальной, замечательной цене. Идея и цель этой листовки – собрать 12 новых пати, привести 4 рекрутов со 2 по 5 неделю января. Вот. И те, кто первый выполнит эту цель, получат замечательный подарок в дистрибьюторном центре. А именно, любой из наборов, обозначенных в листовке «Кухни твоей мечты». Включайтесь, пожалуйста, активнее в эту программу. Уже сейчас назначайте домашние презентации, которые пройдут с 2 по 5 неделю. И становитесь обладателями набора из кухни твоей мечты. Давай, Ваня, еще раз мы уточним условия. Да? Во-первых, это прежде всего инструмент для назначения новых пати, для привлечения людей в бизнес. Для того, чтобы получить один из наборов, вам необходимо, во-первых, привести 4 рекрутов, во-вторых, провести 12 презентаций. Вот. Для того, чтобы привести 4 рекрутов, вам в этой листовке есть помощник. Это набор успеха номер 1, который у нас состоит из рисоварки. Да, Иван, напомни мне, пожалуйста. Рисоварка, силиконовый маленький силиконовый скребок. Большой силиконовый скребок у нас, да. И 2 китайские палочки по специальной цене на 1499 рублей. Что это значит?
Если ваш гость, ваше пати заинтересовался этим набором успеха, он его может просто купить. И впоследствии с этим набором успеха прийти к нам в бизнес и стать консультантом. Поэтому используйте этот инструмент для назначения пати. Где вы можете этот инструмент получить? Конечно же, на ассамблеях, на собраниях менеджеров, в общем, в вашем дистрибьюторном центре. Это был один из инструментов, который мы запустили на национальных бизнес-сессиях. Следующий, Иван, самый главный инструмент, который мы запустили, это, конечно же, была программа «Больших изделий». Давай мы с тобой на ключевых изделиях остановимся, да, программа «Больших изделий». Начнем со специальных предложений или с подарков? Давай со специальных предложений начнем. Давайте. Итак, дорогие уважаемые лидеры бизнес-этапа, на «Больших неделях» вас ждет огромное разнообразие изделий в уникальных, замечательных, красивых цветах. Прежде всего, акцент мы делаем на наборе мильянов разного объема, посмотрите, разных цветов уникальных, которые также коррелируются с другими цветами изделий, которые участвуют в программе. Что? Уже растерялся, Миша, давай попрятали. Мы не попрятали, мы просто пока что еще рано, да. Ассамблеи сейчас идут, вы обязательно узнаете все детали, подробности в вашем дистрибьюторном центре, потому что если бы мы запускали полностью Иван программу, нам бы потребовалось часа два где-то примерно, для того, чтобы рассказать о всех интересных предложениях, которые мы подготовили для наших лидеров на «Большие недели», на январь. Программа «Больших недель», кстати, у нас пройдет со второй по пятую неделю. И самые интересные предложения, тема нашей программы – Олимпиада. Олимпиада, которая пройдет в Сочи в 2014 году. Болеем за наших, побеждаем. И побеждаем вместе с Тапо вот с таким еще интересным набором хит-парадов, которые сделаны в цветах. Получится у нас, Михаил, с тобой показать, что мы имели в виду. А ты специально взял две банки, нет, я оставил. Да. А ты так делал. То есть, что мы получаем с вами? Получается, олимпийские кольца. Олимпийские кольца – символ Олимпиады, символ нашей будущей победы. Но это предложение действует с определенными условиями. Да, определенные условия. Для того, чтобы предлагать данный олимпийский хит-парад вашим гостям, необходимо на второй неделе разместить две квалификационные презентации. Тогда у вас откроется доступ к данным хит-парадам. И да, размещаем лидерский заказ, да? Ключевое изделие, да, это набор мильянов, который у нас действует без ограничений. Набор триумфов. Да. Давай посмотрим, чем мы будем мотивировать наших консультантов на выполнение целей. Во-первых, у нас каждая неделя будет важной и интересной. Да. У нас подготовлены подарки за активность квалификационную и лидерскую на каждую из недель. Вы будете получать вот такие интересные ножи с досками на каждую из недель, со второй по пятую. За квалификационный заказ вы получаете доску в ярких цветах. Я знаю, что наши лидеры давно хотели доски в разных цветах для определенных продуктов. Вот. Поэтому, смотрите, можете здесь делать жарить овощи, здесь, например, рыбу, здесь можно жарить, что-то мне все разговаривает, да? Что-то здесь можно мясо, а здесь, например, овощи, фрукты, да? То есть сделайте, мы делаем лидерский заказ на каждой из недель, получаем нож и доску. Мы были лидерски активны на каждой из недель, со второй по пятую, и получили весь набор замечательных досок, плюс пакет для досок и ножей в подарок. Проще говоря, 8 квалификационных презентаций по 2 на каждую из недель. И еще в подарок вот такая сумка Chain of Confidence, Changing Life. И вы можете переносить, например, все эти доски. Да, ножи и доски. Вот таким вот образом наборчик собирается у нас, даже вот стоит. И чем же мы будем мотивировать наших менеджеров? У нас есть интересное ключевое предложение для наших менеджеров в этой программе. Это изделие Tapper Cook. Название мало что говорит, сама форма изделия тоже мало что говорит нашему потребителю, в первую очередь нашим менеджерам. Иван, что же это такое? А это, Михаил, пароварка в скороварке. Скороварка в микроволновке. Кручу-верчу, запутать хочу. На самом деле это скороварка в микроволновке, которая готовит продукты чрезвычайно быстро, вкусно, полезно, сохраняя все достоинства и цвет ваших блюд. Кто имел счастье присутствовать на бизнес-сессиях, видели, как лидеры запускали это изделие, как мы в нем готовили, какие запахи распространялись по залу. Вот, в принципе, ты знаешь, я после запуска с удовольствием ел гуляш, который мы приготовили всего за полчаса.
мы всем составом бизнес-сессии, плетали его, да, под вечер перед выездом в аэропорт. Вот. Что же интересного можно сказать про это изделие, Иван? Это в первую очередь изделие, наверное, для тех, кто любит разнообразие, но недостаточно времени для того, чтобы готовить продукт, да, нарезать что-то. Продукт мы кладем сюда уже в полуготовом виде, то есть нарезанное все, закладываем, заливаем соус, обязательно немного воды, да, для того, чтобы у нас продукт не прилипал. На 10 минут воды, 150, на 10 минут готовки 150 мл воды, правильно? Вот. А на самом деле не обязательно, да, главное, чтобы вода была, ну, да, присутствовала, чтобы продукт не прилипал, да, если он прилипнет, то он может немножко подгореть, вот, и потом его будет сложно отодрать. Мы ставим уже приготовленные ингредиенты в микроволновку. При мощности 900 Вт. Запускаем на полчаса, даем постояться 10 минут и потом уже питаем готовый продукт с удовольствием, вкусный. Здесь есть клапаны, предохранители, не будем сейчас долго останавливаться на этом. В дистрибьюторном центре вы увидите, как запускать дистрибьютор, расскажет все преимущества этого изделия, покажет презентацию, видео. Главное, помните, это подарок у нас за выполнение цели менеджера при достижении объема группы 90 квалификационных презентаций. Да. Отличный результат. Значит, вполне выполнимо. Да, так что становитесь обладателем этого замечательного изделия. У нас еще, помнишь, мы с тобой вначале читали мировые новости, да, которые... То, что сегодня... Османская империя. Первый выступился Османской империи, да, Михаил. В январе мы будем побеждать Османскую империю во главе с Турцией. Там еще несколько регионов к ней присоединятся. И в подарок за победу над Османской империей у нас будет вот такой звездный акваконтроль. Отлично. Какое условие для получения этого контроля? Во-первых, мы, конечно же, должны победить Османскую империю. И данный контроль получат наши лидеры, которые разместят заказ не ниже 4 квалификационных презентаций с одним условием. Один заказ должен быть размещен обязательно на 5-й неделе. Вот такие замечательные у нас подарки. Естественно, в рамках «Бодрого понедельника» мы не можем рассказать вам о всех интересных изделиях, начинаниях больших недель, да, вы об этом узнаете на ассамблее в дистрибьюторном центре. Сегодня, который сегодня проходит, да? Обязательно уточните у ваших дистрибьюторов, когда пройдет бодрый понедельник, если вы сейчас забудете, а он будет у нас 23 января, это 4-я неделя программы, 4-я календарная неделя 2014 года, обязательно назначайте пати, собирайте как можно больше гостей и, конечно же, получайте подарки от компании Тапуа. Иван, я предлагаю на этом на больших неделях остановиться. Да. У нас произошло еще одно глобальное интересное событие. На этих выходных у нас проходила ярмарка Seasons. Данная ярмарка была такая новогодняя, кулинарная, но там также были представлены различные компании. Они предлагали новогодние подарки своим гостям. Да, и компания Тапуа тоже предлагала ее. Компания Тапуа тоже предлагала, мы сейчас к компании Тапуа, конечно же, перейдем. Вот, я хочу сказать, что эту выставку, да, посетило более 20 тысяч москвичей и гостей столицы. Представляешь? Мне даже сложно представить, что сад Эрмитаж может вместить в себя такое количество, да, посетителей. Что касается компании Тапуа, мы, конечно же, были там представлены. Были представлены масштабнее, фееричнее всех. У нас было два павильона. Один павильон у нас был закрытый, второй павильон у нас был открытый. В закрытом павильоне что мы делали? Мы проводили, конечно же, мастер-классы. Детские мастер-классы. Мы делали снеговичков. К нам приезжали наши... Ну, не могу сказать, стратегические партнеры, да, наши, можно сказать, подопечные, у нас был фонд «Настеньки», которые также предлагали своим гостям, которые придут на стенд Тапуа, это же были такие интересные шапки с различными зверюшками. Деньги, конечно же, от продажи этих шапок шли в фонд «Настеньки». И от изделий тоже, которые... От изделий Тапуа, от распродажи, конечно же, шли тоже в фонд «Настеньки». Мы продали более чем на 50 тысяч рублей наших изделий, которые мы обязательно передадим в фонд «Настеньки». Также у нас состоялось еще одно там знаменательное событие на выставке, на ярмарке Seasons, мы презентовали новую книгу, кулинарную книгу. Она называется у нас «Прогулки по Москве». Уникальная, на самом деле, мы такого еще не делали, уникальная книга. Можно сказать, это не рецептурная книга, это произведение искусства. Шедевр, произведение, да. И знаешь, какая главная еще особенность?
этой книги. Это первая книга Тапова, которая пойдет в открытую продажу в магазинах по цене 599 рублей. Поэтому, уважаемые онлайн телезрители, бегите скорее в магазины, раскупайте эту книгу, потому что вы не представляете, какое количество заказов от дистрибьюторов у нас поступает. Мы уже не справляемся с печатью, но я уверен, что всем нашим первым лидерам она достанется. Поэтому скорее бегите в магазины, заказывайте у ваших дистрибьюторов, потому что дистрибьюторам она тоже уже начинает поступать. Обязательно станьте обладателем этой книги, потому что здесь классические, традиционные рецепты, которые вы не найдете ни в одной рецептурной книге. Вы не представляете, как описан здесь салат оливье. Для того, чтобы его приготовить, я не буду на нем останавливаться, на процессе приготовления, но результат, он просто фееричен. Давай перечислим несколько рецептов, которые представлены в книге. Это, во-первых, кулебяка купеческая, во-вторых, уха из семги, морс, различные варианты пирожков. То есть это действительно старомосковские рецепты, которые вы можете приготовить себе и удивить своих родных, близких, друзей, тем более в преддверии Нового года приготовить замечательный стол с использованием этой книги. А еще по этой книге нам дали свои рецензии гуру кулинарной индустрии, можно так сказать, да, Алексей Зимин, главный редактор у нас журнала «Афиша Еда». Также у нас литературный деятель и ресторатор Александр Гаврилов дал очерк, написал рецензию, да, у нашей книги. И шеф-повар Денис Крупенин тоже высказался, дал высокую оценку данному произведению искусства. Поэтому, как я уже сказал, скорее бегите в дистрибьюторные центры, заказывайте себе эту книгу, потому что достанется она самым лучшим. Что еще, Иван, я хочу сказать про выставку Seasons, помимо того, что огромное количество людей посетило эту выставку, компания Тапова не теряла время зря. Конечно же, мы продвигали свою главную идею, мы шли в массы, мы раздали более 4000 каталогов. Ничего себе. То есть мы ожидаем прихода к нам 4000 рекордов. Это как минимум, да, но уже 4000 человек узнали о нашем существовании, будут пользоваться нашей продукцией. Да. 80 человек изъявили желание каким-то образом присоединиться, вот уже сразу, да, отдали свои контакты. Здесь, сейчас. Да, сказали, что все, мы хотим быть с вами. И еще у нас проходило одно знаменательное событие на ярмарке Seasons. Наши посетители нашего стенда, они оставляли свои контакты для того, чтобы участвовать в лотерее, которую мы сейчас с тобой и проведем. В чем заключалась лотерея? Люди приходили на выставку, да, покупали какие-то изделия, да, заполняли купон. Покажи мне, пожалуйста, вот он есть у тебя, такой купончик. Вот такой интересный купон, мы в камеру его показываем, да, здесь у нас на обратной стороне есть контакты. Розыгрыш у нас будет прямо сейчас, и в подарок у нас будут 3 набора трем счастливчикам. Здесь у нас также заполненный контакт. Я все остальные купоны, помоги мне, пожалуйста, снять крышку. Так, крышку, да, вот здесь у нас я кладу заполненный купон, здесь у нас контакты людей, которые оставили, хотят быть участниками лотереи. Перемешиваем, активно перемешиваем. Да, давай, принеси, пожалуйста, первый набор, малый, да, у нас, который будет состоять из миксер Квика и поваренка. И у нас будет победитель сейчас определен этого набора. Будет у нас не один победитель, у нас будет 3 победителя. Это набор. Да, конечно, обладатель этих замечательных наборов. А давай, господи, у нас предновогодний эфир, не знаю, последний или предпоследний, будет 5 победителей. Давай, согласен? 5 победителей. Порадуем, да, счастливчиков. Первый победитель. Потапова Наталья, телефон которой заканчивается на 2224. Наталья, я вас поздравляю. Мы обязательно с вами в ближайшее время свяжемся для того, чтобы договориться, каким образом вы получите свой набор. Да, так, давай, следующий, я чтобы не смотрел.
Так, следующий победитель у нас, который получит этот набор. Я прошу прощения сразу, если неправильно прочитаю вашу фамилию. Оськина Людмила, телефон заканчивается на 1646. Счастливый обладатель следующего набора. Третий победитель у нас. Рыльская Любовь, телефон заканчивается на 2630. Поздравляем. Еще два победителя. Еще два победителя у нас осталось. Аносова Ирина, телефон заканчивается на 4566. Поздравляем. И пятый победитель, который у нас получит в подарок миксер Quick, это Литвинская Лена, телефон заканчивается на 5883. Лена, мы вас поздравляем. Поздравляем, да, пятерых счастливчиков. Что ж, Иван, следующий набор, который у нас состоит из измельчителя Turbo Mix, уникального изделия. Я хочу просто, оно на самом деле одно из моих любимых изделий в компании Tapua. Оно состоит у нас из взбивателя и ножей. Ножи уникальны. Если ты хочешь не расплакаться, когда ты готовишь лук, ты любишь блюда из лука? Я очень люблю, конечно. Я знаю, что любишь блюда с луком. Одно движение, Иван, веревочки, которые у нас здесь... Вот такой механизм управляет, да, раскручивает ножи и издевалку, оно у нас равно 100 ударам ножей, обычных ударов ножей, когда ты режешь лук. Но какие еще минусы? Ты, когда режешь лук, ты плачешь, слезы льются рекой. Здесь же ни одной слезинки у тебя проронено не будет. Кладем лук, одно движение, два, три, и у вас уже лук готов к жарке или добавлению в блюдо. Итак, в подарок. Мы хотели разыграть сколько, неважно. Разыграем три набора средних. Щедрый. У нас будет три победителя для набора, измельчитель Turbo Mix и малый силиконовый скребок. В подарок у нас получат три наших гостя в выставке, и это будет Якушина Юлия. Телефон заканчивается на 3453. Поздравляем, Юлия. Следующий победитель. Беглова ОА, к сожалению, скорее всего, Ольга, да, у нас, мы обязательно с вами свяжемся, Ольга, Оксана, может быть, может, не быть? Знаю, телефон заканчивается на 4843. И третий победитель у нас, Кухтина Светлана, телефон заканчивается на 6089. Но это еще не все, Светлана, да? Конечно, не все, у нас есть суперприз. У нас супер подарок. И это у нас ковш от шефа объемом 2,8 литров и набор кухонных приборов диска, который у нас из венчика и половника будет состоять. И мы готовы, Иван, разыграть его. Давай, ну, тщательно перемешиваем. Сейчас перемешаем, даже прикрою крышку, пожалуй, от микрофона. Так, давай, Иван. Итак, ту-ду-ду-дум. Победитель Терехова Марина. Мы вас поздравляем, Марина. Телефон заканчивается на 2797. Прям даже в камеру, нет камеры, не будет телефон показывать. Конфиденциальная информация. Но в любом случае, я вас поздравляю с этим уникальным подарком. Поздравляю победителя. От компании Tapua в подарок на новогодний ваш стол. Изделие Tapua. Мы обязательно с вами в ближайшее время свяжемся. Менеджер отдела, менеджер компании Tapua, да, с вами свяжется. И мы обговорим, каким же образом вы получите свои подарки к Новому году. Ну что ж, Иван, раз уж мы заговорили с тобой про новую книгу, да, у нас с тобой также есть книги Микс. Тоже, да, книги Микс, да, очень важная информация и очень приятная, надеюсь, будет для всех. Это то, что с 6 декабря по 31 декабря 2014 года любая книга из коллекции Микс по замечательной специальной цене 199 рублей, представляете? Вот. Можете купить все, приобрести себе всю коллекцию, потому что это очень замечательные книги. Во-первых, замечательный дизайн, замечательные рецепты, которые подходят для приготовления различных блюд с использованием посуды Tapua. Вы можете также проводить презентации с этими книгами. Делать с ними, в общем, все, что захотите. Торопитесь, осталось совсем немного, всего лишь неделя. Книги Микс по специальной цене. С 31 декабря по... 6 декабря по 31 декабря. До конца года.
Ну что ж, Иван, мы познакомили о основных новостях, рассказали о основных новостях компании Тапова за прошлую неделю. У нас с тобой в студии есть гости, которые уже рвутся поздравить своих лидеров с наступающим Новым годом и, конечно же, поделиться новостями, которые они для них подготовили. Встречаем директоров по продажам территории Восток и Запад, Евгения Ажмякова и Евгения Мельникова. Ребята, здравствуйте. Ребята, добрый день, дорогие лидеры. Наступающий поход. Ребята, мы передаем слово. Спасибо. Начинаем. Добрый день, дорогие лидеры. Мы действительно хотим вас еще раз поздравить с тем, что мы совсем недавно закончили ряд бизнес-сессий. В 8 городах прошли бизнес-сессии на 49-й, 50-й, 51-й неделе. И совсем недавно, буквально в пятницу, мы закончили рабочие собрания в Астане, в Алмате и Киеве. И сейчас мы уже можем подвести короткие итоги. Мы с вами подвели итоги года, мы с вами поздравили лучших, признали на сцене лучших из лучших менеджеров по продажам, по рекрутированию, по продвижению менеджеров. И также мы признали наших новых менеджеров, которые впервые приняли участие в таком массовом мероприятии, как наши зимние бизнес-сессии. Мы имели возможность пообщаться с вами, мы запустили новую программу, и сейчас действительно важно закончить 2013 год, достойно закончить квартал четвертый и сконцентрироваться уже на назначении презентации на большие недели, на той программе, о которой уже рассказывали наши коллеги. Назначайте больше презентаций, находите сейчас уже, составляйте список, да, волшебный список своих контактов, находите новых хозяек, назначайте презентации на большие недели и, безусловно, достигайте высот, достигайте цели менеджеров. И, конечно, мы еще раз хотим сказать о том, что есть возможность у каждого консультанта уже сейчас заявить о себе до конца года, продвинуться, стать менеджером и уже со своей новой группой войти в большие недели, в рамках которой будут специальные предложения и специальные подарки, которые будут только для менеджеров. Ну, и я передаю слово Евгению. Спасибо, Женя. Добрый день, уважаемые лидеры, уважаемые гости, те, кто сейчас нас смотрит и присоединился к нашему эфиру. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сказал Евгений. И хотел бы еще напомнить о тех наших дополнительных инструментах и тех новшеств, которые мы запустили на наших зимних бизнес-сессиях, прежде всего, конечно же, для наших менеджеров. А именно это изменение, которое вступит у нас с 1 января по новой комиссии менеджеров. Итак, вкратце еще раз о том, как она выглядит. Основные изменения. Итак, комиссия менеджеров у нас с 1 января будет выглядеть следующим образом. Если в вашей группе еженедельно в течение месяца будет активных 2 консультанта, за это вы зарабатываете 1% комиссии. Если еженедельно у вас 4 консультанта в группе активных, заказы равны 60 условным единицам, либо для Москвы это 80 условных единиц, то вы зарабатываете плюс еще 1%, это вот 2. Если у вас 8 человек в группе активны еженедельно на протяжении всего месяца, то это плюс еще 1%, то есть 3. И если у вас 12 человек в группе каждую неделю размещают заказ с продуктивностью не ниже 60 или 80 условных единиц, то это вы зарабатываете при этом 4% комиссионного вознаграждения. И еще 1%, это 5% в сумме, если у вас на протяжении месяца пришло 2 рекрута в группе, и они же квалифицировались. В сумме вы зарабатываете 5% комиссионного вознаграждения. Более подробную информацию и о том, как работать с новой комиссией, вы разберете в своих дистрибьюторных центрах, на собраниях со своими дистрибьюторами еще до Нового года. Еще одно изменение, которое у нас будет с 1 января, это как вы можете получить свои заработанные комиссионное вознаграждение. 2 способа существуют. Первый классический, традиционный, который у нас остается без изменений. Вы, как индивидуальный предприниматель, получаете заработанные свои денежные средства путем перечисления на расчетный ваш счет. Второй вариант. Вот здесь произошли изменения. Как это будет выглядеть?
Ваши заработанные деньги вы получаете в следующем месяце путем размещения заказа на каталожные изделия по заказному листу. И плюс ко всему, если у вас есть дополнительные 4 или 8%, они также распространяются на данный заказ. Причем данный заказ еще включается вам в оборот. То есть этот заказ идет вам по всем тем программам, которые действуют на данный момент, в данном месяце. Вот такие изменения. Еще раз подчеркиваю, что все более подробную информацию вы разберете со своими дистрибьюторами в дистрибьюторных центрах на собраниях менеджеров. Ну а сейчас в декабре зарабатывайте, выходите на максимальное комиссионное вознаграждение, так как в январе у нас грядет большой пуш-период, где можно и нужно будет зарабатывать много денег, много подарков. Также хочу напомнить, что у нас продолжается квалификация на национальный конгресс менеджеров в Стамбуле, который состоится совсем скоро, уже в марте, поэтому также выполняйте и следите за своей квалификацией, чтобы поехать вместе со всеми лидерами на этот фееричный праздник. Ну и также у нас еще продолжается по 52-ю неделю. По 52-ю неделю, как вы знаете, у нас продлена квалификация на зарубежную поездку в нашу штаб-квартиру в Орландо. Также квалифицируйтесь и присоединяйтесь к той доблестной команде, которая поедет у нас в эту замечательную страну, так сказать, на родину Тапова. Спасибо большое, еще раз поздравляем вас и с наступающим Новым годом. А я хочу напомнить, что сегодня мы закрываем 51-ю неделю, которая очень важная неделя. И именно сегодня, разместив дополнительный лидерский заказ, можно выйти на более высокий уровень и выйти на более высокий уровень, не только заработать деньги, но и получить прекрасные подарки в дистрибьюторном центре за уровнем на новогодних неделях. Спасибо большое, и мы снова передаем слово нашим коллегам. Спасибо, успехов всем! Спасибо, ребят. Мы снова с вами продолжаем наш предновогодний выпуск «Бодрого понедельника». И вам, у нас что еще осталось? У нас еще осталась одна интересная новость, которая также заинтересует всех наших лидеров, дистрибьюторов, консультантов, менеджеров. Мы меняем недели, да, мы все знаем, что у нас неделя закрывается во вторник, в среду начинается новая неделя, да, начиная с 2014 года, неделю мы будем начинать уже на день раньше. То есть неделя заканчивается в понедельник, да, и начинается во вторник. Во вторник начинается, то есть в воскресенье мы будем закрывать неделю, в понедельник собирать результаты, а во вторник будем начинать уже новую неделю Тапова. Что у нас еще есть интересного, Иван? Что мы можем рассказать? Мы можем с тобой более подробно остановиться на предложении для хозяек, которых мы не упомянули с тобой. Давай, давай ты расскажешь, да, я сейчас тебя на секундочку покину. Вот здесь предложение для хозяек, все внизу есть. Остановись, а я сейчас вернусь. Как предложение для хозяек у нас на неделях, на больших неделях подобрано концептуально. То есть существует два предложения, два подарка на двух уровнях хозяйки при условии выполнения 250 и 500 УЕ. И также два изделия в распродаже для хозяйки. Сейчас вам все покажу. Который является таким, так сказать, уникальным концептом. Почему? Очень удобно с этими изделиями проводить домашнюю презентацию. Например, варим суп в кастрюле «Мираж», перекладываем из кастрюли «Мираж» суп в чашу цветения для супницу цветения, которая снабжена специальным баллоником, который вы можете крепить, кстати, и на крышке это замечательное изделие. Кроме того, у нас с вами есть тарелки, замечательные, уникальные, инновационные тарелки из коллекции цветения для второго блюда и для супа. Кроме того, все это можно поперчить и посолить готовое блюдо уже замечательным новым изделием для соли и для перца. То есть концепт еще раз заключается в том, что мы сварили, приготовили первое блюдо, сервировали его, разложили по тарелкам и посолили и поперчили. Все это очень удобно смотрится красиво на столе, и с этим всем очень удобно проводить домашние презентации на лидерском уровне.
Это все, что хотел рассказать о хозяйках. А теперь я хочу пригласить опять Михаила Валюткина. Михаил, я рассказал. Ректор помахали мне с обратной стороны. Уже экрана. Сказали, что будут проводить личные домашние презентации. Это хозяйки наши, хосты замотивированы на большие недели. Ну что ж, а у нас особый гость в этой студии. Встречайте региональный вице-президент кластера ТАПО СНГ Елена Путилина. Дорогие друзья, ну что же, у нас до Нового года осталось 8 дней. Замечательно. Замечательно это потому, что нам есть что с вами отметить. Замечательно потому, что у вас будет возможность собраться со своими друзьями и близкими и сказать самые теплые слова тем людям, кого вы любите и кого вы цените. От компании ТАПО Brands Corporation, от себя лично, я вас поздравляю с наступающим Новым годом и хочу еще раз напомнить о ряде наших достижений, которые произошли в 2013 году. Прежде всего, количество дистрибьюторных центров сегодня составляет более 150 в ТАПО СНГ. Из них больше половины – национальные дистрибьюторы. И более 140 региональных центров сегодня работают в ТАПО СНГ. Это новая возможность, которую мы открыли для наших менеджеров. И мы еще раз призываем каждого нового консультанта вступить на карьерную лестницу, которую вы можете увидеть в каждом дистрибьюторном центре, с деталями ознакомиться. И обучившись в академии, так вы сделаете следующий шаг. Вы можете стать менеджером, премьер-менеджером, еще лучше региональным директором и замахнуться на самую высокую позицию, на позицию дистрибьютора. В компании работает более 6000 менеджеров, профессионалов, которые прошли обучение в академии, принимали участие в ведущих программах, более 100000 консультантов. И в этом году мы особо активно рекрутировали, и мы привлекали новых людей и открыли для них новые возможности. Мне хочется еще раз отметить, что мы работаем в ТАПОЭ на основании наших стандартов. Домашняя презентация ПАТИ, она сегодня как никогда актуальна, потому что мы предлагаем инновационные изделия, которые важно продемонстрировать людям и научить их работать правильно. Поэтому ПАТИ, ПАТИ и ПАТИ, а также мастер-классы, которые проводят профессионалы, и офисные ПАТИ тоже имеют место, потому что люди становятся более активные и деловые. Конечно же, у нас есть потрясающая листовка, и я думаю, мы ее сейчас покажем. Кухня, да, вот она здесь, она затаилась у нас. Кухня твоей мечты, и мы хотим, чтобы каждая кухня была оформлена в стиле ТАПОЭ. ТАПОЭ в каждом доме. Это наш с вами девиз. И посмотрите вокруг, сколько еще окон зажженных и сколько там людей ожидают вас с великолепными изделиями ТАПОЭ. В преддверии Нового года мы с вами, конечно же, будем думать о том, а каким будет следующий год, каких достижений мы с вами сможем достичь, каких показателей мы с вами сможем достичь в 2014 году. И прежде всего мы начнем по традиции с такого важного события, как большие недели. Весь мир в ТАПО Brands Corporation, начиная с 1 января, проводит большие недели. Но мы, как страна, у которой особый календарь, там у нас еще с вами праздники, мы с вами начнем большие недели с недели 2. И на неделе 2 мы ждем каждого консультанта и каждого менеджера, и всех наших гостей, и всех, кто любит ТАПОЭ, и всех, у кого хоть одно изделие есть. Мы ждем вас на наших презентациях в качестве гостей, хозяек, конечно же, хостес наших замечательных и дорогих, для которых мы приготовили особое предложение. И сегодня призываем всех консультантов и менеджеров, назначайте свои презентации. Назначайте как можно больше. 12, 15, кто больше, проводится соревнование по назначенным презентациям. Подарки получат лучшие. Розыгрыш по назначенным презентациям будет проходить в дистрибьюторном центре. И, наконец, на больших неделях цель 33 миллиона и соревнование с Османской империей, с Турцией. И, конечно же, я уверена, что мы победим. И от каждого из вас зависит победа ТАПО СНГ над Турцией. А отметим мы ее вместе на конгрессе лидеров в Стамбуле. Итак, впереди новые горизонты и новые перспективы. И заканчивайте год и завершайте его так, чтобы он начался у вас на ура. От компании ТАПО Brands Corporation, от себя лично, я хочу выразить глубокую признательность каждому консультанту, менеджеру, премьер-менеджеру, региональному директору, каждому нашему дистрибьютору, национальному дистрибьютору, нашим партнерам, сотрудникам компании ТАПОЭ,
менеджменту компании Этапова за тот вклад, тот энтузиазм, профессионализм, который каждый проявил в 2013 году. Я желаю вам огромных успехов, благополучия, счастья, радости, любви, семейного тепла и процветания с компанией Этапова. Вместе мы достигнем многого! До встречи в 2014. И до встречи в следующий бодрый понедельник. Оставайтесь с тобой.